Здравствуйте, и мы сегодня играем за зомби Майнкрафтик. Вот. Мы горим сейчас как зомби. Дебильско получилось. Не правда ли? Ролик будет длиться долго и счастливо. Всем приятного просмотра. Я сейчас погоду изменил. Сейчас снежок идет. Фух, незваный гость меня напугал. Это борзость на зомби нападать. Я твой брат. Да все, все, отстань, отстань. Отстань, отстань, отстань. Ну просто отстань, мы же не играем за зомби. Дай закрыть дверь мне, это... Я это, хочу закрыть дверь, закрыть и все, закрыть. Закрыл. Надо делать так, как делал старый способ. Но мы идем дальше по снегопаду. Нам нужен шлем, точно. Нужен шлем. Шлем. А что бы это съем? По логике со мной ничего не случится, потому что я зомби, и я должен есть все это в Майнкрафте. Я же играю за зомби сейчас. Ну, а вот идет снежок. И без снежок. Привет. Жить! Я тебя побью. Так, а что есть поесть? И выходи. Там снег. Вот если без шлема, я не успокоюсь, подписчики мои. Шлем дадите, я успокоюсь. Не, ну, зачем зомбакой-то есть, но все равно... Мне нужен шлем. Все. Я ничего такого особого не прошу. Шлема и все. Я могу постараться его убить, но шансы у меня 3%. А легче мне было его... Не повезло. Давай быстренько оденем, а то меня все распознают. Так, эти вещи нельзя трогать, которые у меня сейчас. Смотрите, ну сейчас я... О, все, я теперь в защите, жители. Так, что у меня здесь? А, я защитительный мальчик. Чем я буду дерево добывать, я не знаю. Зато я могу не бояться ничего. Темноты, там... Ну, как сказать. Ладно, я сейчас добываю дерево. Пока что. Сейчас мы должны быстренько крафтить. Блин, зачем два крафтинга? Один возьмем, один добудем. Так, давай еще два таких добудем и все, древесин. Так, сейчас мы должны разбиться для начала. Палки. Топор. Мне еще для зомбака нужен меч. Для того, чтобы мобов... Не, мобов, от мобов защищаться не надо уже. Потому что я сам уже... Не, меня не распознают, что я игрок на самом деле. Я нет. Ну, я же зомби уже. Ну да. Если беру топор, выглядит просто странно, да? Да, странно выглядит. Что зомби... Где-то будет в алмазную броню. Но зомби я буду улучшать себя. С каждой серии. Макушка, блин. Ай. Так. Мы в этой серии еще построим. Это тоже выживание, только тоже так другое. Топорик есть, кирка нету. Меч тоже нужен. Все, лопата. И все, кажется. О, кстати, превратиться в человека есть. Погоди, сколько он... А, я никогда не добуду. Я же потом превратиться захочу. Ну, а я такие хельстанусь. Потому что мне это вообще нафига не нужно. Че все такие ходят? Так, ну мне нужна шахта, я уже ничего не боюсь. Мне нужно все равно пропитание. О, по логике это меня усытивает. А в этот раз меня не усытило. Вы видели, что
Первый раз меня засытило, а второй раз не засытило. Мне нужно зомбаков искать и бить. Потому что есть тоже пропитание для зомби тоже нужно. Так, пошли дальше. Идет снег, снегопад. Я иду. Смотрю, иду. Блин, мне нужно ведерко. Ведерко вам где найду? Да, трудные времена настали. Я же зомби-дроппер. Ролик будет долгий, но досматривать, а отложите каждый раз. Понимаете, что этот санкулист? А что ты здесь делаешь, санкулист? Теперь знаю, от кого защищаться мне надо. И в жопу. Если ты меня сейчас... Придурок. Все, бежим. Просто бежим. Ну, не оглядываемся, не бежим. Спасите меня. Ай, ты ж такая вообще. Что здесь было? Молния где-то ударила поблизости. Жизнь горядина. Да, трудно выживать. Ай, блин! Что я здесь? Чего? Ой, а зомби-наездник, значит. Класс. Вот так можно жить. Вот так, все, я пошел. Редкий моб! Майнкрафт 1. Все не разъединились. Вот так и можно наблюдать. Ладно. Для меня это успех, что сейчас гроза. Ну, а для голема мне что-то не нравится. Да, голем для меня враг, но а зомби для меня. Я же игрок, никому добра. Да, зомби не подозревает, потому что это же Майнкрафт, но зомби, наверное, точно не подозревает. Вот туда спускались, там много руд. Я вам обещаю. Хочу день. Наступил день. Че я урон не получил? Забагался я. Кажется, я забагался. Ладно, мне нужны факела. И нет. Сначала я должен добыть камень как раз. Как раз мне это пригодится. Камень. Что-то бомбануло, но мне это не страшно. Камень. Верстак. Как за зомби играть? Вообще трудно. Конечно, нет. И палки. Потом как обратно буду спускаться, я не знаю. Я должен еще одну деревню найти, но там по-любому будет голем. Помните, что мы в прошлом выживании мы... Но в этой серии мы должны добыть вот это. И еще вот это. Но я пока добываю руды. Смотрите, я добыл первое железо. Напоминаю, что ролик длится долго. И можете поставить лайк за мое старание. Так, первой части. Потому что можете отложить, посмотреть этот ролик. Я постарался надолго. Потому что сегодня и так весь день не выходили ролики. Извините, что я не выкладываю короткие ролики. Просто, ну как вам сказать, я этим роликом уже занялся хорошо. Но если вы хотите короткий ролик, напишите в комментариях. Кстати, комментарии я все читаю. Все читал. Даже не подозреваю, не говорите. Что я читаю. Так, не пытайся написать 100 комментариев. Просто привет, я все равно прочитаю. Я же всегда читаю на своем канале. Уже мало комментариев. И прочитать у меня времени много.
Так, ну все, я добыл, давай на запись. Ну вот мне так удобнее вообще выживать, мне так кажется. Чего же темнеет? Погоди. Почему на улице... Погодите, на улице редкое явление. На улице сейчас облачно. Погоди, такого никогда не было. Давай посмотрим на редкое явление облачно. Погоди, такого еще явления не было в Майнкрафте. Облачно. Первый раз вижу, что в Майнкрафте бывает облачная погода. Погоди, что облачно на улице? Что? Погоди. О, на улице облачная погода, гляньте. Класс. В общем, пирогов я не наварил. В общем, возвращаемся мы домой. Если на меня бомба не нападает, значит не зомби. Ладно. Идем домой. Здесь железа совсем нету. А я железо добываю, чтобы для моего... Для зомбака моего... Я... Именно чтобы я выжил. Фух. Чтобы... Ну, солнце для меня же это... Фух. Чуть не захлебнулся зомби. Главное не упасть. Пропасть. Ладно, мы бежим. Зомби, странный зомби сейчас идет на деревню. С добрым. Ох, сколько коровок. А я говорю, зачем... А я сейчас подумал, зря я говорил, зачем нам не нужен меч. А вот теперь нужен. Кожа с них выпадает. А кожа шлем дополнительный. Класс. Ладно, давай курятинок еще побьем. Зомбику надо что-то есть. Надо в деревню отправиться. В деревне там поесть точно что-то есть. Я освоил свой вкус приготовлением еды. Для начала мне нужно взять абрикосики. Угу. Сейчас зомбик. Какой добрый зомби. Собирает огород. Того, чтобы пропитание себе найти. Так. Пропитание найти очень трудно в деревне, но деревня хорошо. Ой, зачем я одобрил уже у нас в деревне? Ладно, мы должны хоть домик сегодня построить в этой серии, но зомбовику надо поспать. Сейчас. Надо, чтобы голема не было, то я ему посплю. Так, главное, чтобы не сду. Так, здесь что-то есть. Здесь ничего нету. Так, сейчас должны мы еще сделать. Где кровать? Я спать хочу. Спать. Зомби свинар. Тут будет свинар, а самому лечь спать. Чего? Ладно, встаем с добрым утречком. Кстати, а вот такой каркас мне нужен. Так, я добрый с жителями. Я с тобой, Тим. Я с тобой, Тим. Тим, Тим, зомби я... Скажите, а нам нужен лук-батун? Кстати, здесь одно местечко есть, что здесь растет очень крутые цветы. Я сюда... О, на меня недолго агрится вообще. Ну, агрится быстрее. Почему? Я же игрок. Наверное, он меня не узнает. Надо поесть редиску, потому что, смотрите, сколько... Не, давай мясо поем сырое. Мне можно сырое мясо. Со мной ничего не случится, потому что вы знаете, кто я в игре. За кого играю, вы уже знаете, что у зомби отравления нету и не будет от мяса. Так, меня никто не боится, никого не трогаю, но я трогаю. Надо же как-то пропитание. Да, за зомби вообще легче играть, чем за игрока. Ой, самый лучший для фикса. Это самое лучшее место. Я хочу рассказать всем, что за сид, как сюда отправиться. Сид 22061, где я выживаю. Кстати,
О, ну вообще класс, это самое лучшее место. Может, здесь я и поселюсь в будущем. Но пока я здесь не желаю поселиться, но я думаю. Если у меня будет два дома, так лучше. Смотрите, я еще хотела сказать, что зомби не получают урон с высоты падает, когда... Это один минус. Чё ты? Я же могу с тобой подраться. Кажется, не очень хочется драться. Давай поедим. Но я жителей твоих не буду трогать. Я же добрый. Я есть хочу. Есть, есть, есть. Ну, пожалуйста, ну я голодный. Надо голема отсюда вывести. А то я еще голодный, сердца не... Еще зомби так мало... А почему зомбика так быстро прям отстанет меня, придурок? Он от меня не отстанет. Бежим! Он меня не отстает вообще совсем. Ай, отстанет меня. Да ты чё? Да ты серьезно? Ты отстанет меня вообще? Я голодный. Как Стив голодный. Еще просто бежим без оглядки, с оглядкой, бежим с оглядкой, без оглядки, значит. Ну ты должен... Так не нужен голем. Что за мной не ползет? Ты че, долбанный, что ли? Ты забудь. Забыть про меня не сможешь? Он про меня Так отстань, голем. Я напишу жалобу, что этот голем просто на игрока. Я... Может, он штрафует меня? Ну и куда я его принес? Я и заменял. Да, лох, лох, полный лох. А чё он на меня не агрится? Надо его принести в другой деревне. Ну ладно, я побежал, пусть он там ходит. Два голема, сейчас у меня будет два голема. Откуда все големы принесли? Вот потом, жалко мне зомби вообще. Чё ты на меня бежишь? Ты на меня напугала. Ну, сейчас на меня свинья нападет. Я вообще сейчас хотел... Ой, фух, да вы чё, фух. Это я хотел уже сказать перебор. Кстати, здесь зомби нету. Ну, за зомби никто не бежит. Да, голем может пристать, но если голему за голеном как издеваться, голод просто Надо просто не привлечать внимание. Может, зомби даже за мной прийти. Чего? Да, у меня один минус, что у меня сильный голод всегда. И с таким голодом уже очень не хочется играть. Смотри, сколько. Ты останешься, Галим, пожалуйста, ну не надо. Я добрый зомби, все. Но все-таки надо мне медленно бежать, потому что я понял, зомби это же. Все, пока. Так, все, зомби ему сказали пока голему, а мы бежим на облачную, вообще облачная погода. Солнечная, надо не бежать мне. А я думаю, что зомби же, они когда ходят, тоже голодают. А я бегу, зомби бежит, значит, он больше ресов на голод тебе дает. Да, с Стивом трудно, вот с зомби, да. Ладно, идем дальше. Так, что еще? Еще давай домик сегодня, давай дерево добудем на сегодня, и сегодня хватит. Верстак, а вот второй верстак, давай дом построимся, хоть дом ненормальный будет. Эти перчатки мы уберем ненужные. Так, где топорик у нас, чтобы эти печенья удалить отсюда.
ложим вот сюда. Скрафтим давай топорик. И все. А вот от голема защищаться уже трудно зомби. А как потом мне... Погоди, а я что, не могу выйти? Фух, я думаю, что я не могу выйти. Ладно, здесь голем тоже есть. Да вы что, заговорились все здесь в игре. Уже надоели, реально. Да, зомби получают урон только от жары. Ну, смотри, класс. А может я, потому что в защите, солнце облачно. Ну, моя броня заканчивается, потому что как будто бьют по моей броне, если солнце светит. Так, давай добудем деревца. Но нам лучше хорошо добыть деревца, побольше. Кстати, надо собачку приучить, чтобы она меня защищала от всяких големчиков. Конечно, я не добрый, а может со мной будет собака, потому что собаки, они привычны на зомби нападают, и на криперов, и на Майнкрафте. Но я не знаю пока, это просто факт на факт. Получилось бы собаку бы привести. Но у меня косточки есть, да, всегда в первой игре. Первая часть сегодня оканчивается, ну, а второй части мы попробуем. Кстати, а как скриншотик мне сделать небольшой? Как я всегда делаю уже при выживании, скриншотики. На видео. Так интереснее, как сказать. Нет, 26 дерева это мало для дома. Надо больше дерева. Мне еще надо отыскать, где голем живет. А то будет трудно. Кстати, давай в следующей серии за крипера сыграем. Так, ну все, хватит нам. Он уже начинает все опадать. Снег опадает с рубленных деревьев. Я иду домой. Мы также будем выживать, как за крипера, за зомби. Как по трудности. Так. Но есть редкость. Так, давай для начала жителя просто убью. Житель, иди сюда! Ах ты ж такая быстрая. Редкий зомби. Давай зомби редкость. Зомби, 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 зомби. А что с ним вообще случилось? О, он не нападает. Что с тобой? Понять и простить. Ты можешь меня понять и простить? Понять и простить! Понять и простить! Голем не может понять и простить. Голем не может понять и простить. Голем не может простить. Ой, Мишка, защити меня от голема. Он не мог, может понять и простить. Это сам добрый был голем. Кажется, я испортила еще одного голема. Теперь все големы будут на меня нападать. Чтобы испытание. Да, на зомби тоже есть трудности. Но только деревенские. А я буду заходить домой. Кстати, надо выломать. Я же ничего не боюсь. Так, про выживание в следующей части, про Майнкрафт. Так, а я раскрафтую дерево. Давай в следующей части будем строить дом. И замолитесь. А в этой серии мы занялись строительствами домами. Кстати, железо тоже нам пригодится. Всем пока. До новых встреч!